Фирсов Георгий. Георгий, 3,5 минуты. Добрый вечер. Меня зовут Фирсов Георгий, и я представляю проект «Правовоз». Я расскажу, как получать юридические услуги быстро, доступно, а главное – качественно. Итак, «Правовоз» создан для того, чтобы люди с юридическими вопросами и юристы находили друг друга при помощи системы размещения и поиска заказов. На данный момент, если у вас возникает юридический вопрос, то вы, скорее всего, будете искать юриста среди своих знакомых или в интернете. А что в интернете? В интернете нас поджидают классические юридические фирмы с высокими ценами, юристы онлайн, которые по секрету хотят получить ваш контакт, много-много раз его продать и потом вам названивать и надоедать. А также фрилансеры, которые увидели ваш заказ, получили аванс, набежали, получили аванс, убежали, но вы, как правило, остаетесь ни с чем. Мы провели опрос клиентов, юристов онлайн и поняли, что больше всего людей как раз-таки раздражают постоянные звонки, раздражает то, что хотя это онлайн, они не могут получить юридическую услугу от начала и до конца полностью в интернете, а также то, что цена, о которой они договорились заранее, к концу изменяется, и, как правило, она изменяется в большую сторону. Это, конечно, не очень приятные моменты. Мы предлагаем перейти от данного вида консервативных юридических услуг к современному способу получения юридических консультаций онлайн. Вы хотите получить юридическую помощь полностью онлайн, пожалуйста, механизм доступен. При этом вы договорились с юристом о определенной цене, к концу эта цена не изменится. Также все юристы доступны постоянно онлайн, и вам никто не будет надоедать звонками и предложениями прийти в офис. Вы спросите, а как же качество, что с качеством? Так вот, все юристы перед началом работы проходят предварительный отбор. При этом вы сами можете дополнительно посмотреть их резюме, ознакомиться с отзывами и выбрать наиболее понравившегося и опытного юриста. Наши конкуренты, ну это вот классические юристы, такие не очень приятные ребята, сам работал, был. Вот. Потом юристы онлайн, а также сервисы разнопрофильного фриланса, где няни, где сантехники, где юристы, ну не очень доверительно. Наша бизнес-модель строится на том, что мы продаем подписку и статус юристам, чтобы они могли пользоваться сервисом, а также берем комиссию от сделок, плюс продаем дополнительные инструменты для юристов, чтобы они могли больше рассказать о себе. На данный момент нами были получены уже инвестиции в размере 500 тысяч рублей от Александра Румянцева. Добрый вечер, Александр. На развитие бизнеса нам нужно от 10 до 15 миллионов рублей, которые мы планируем потратить на развитие сети аккредитации по регионам, чтобы мы могли подключать юристов и тестировать их, на создание мобильного приложения, также на развитие маркетинга, на проведение всевозможных тематических встреч и мероприятий для повышения лояльности к бренду и к сервису, потому что в юридических услугах это очень важно. У нас в команде 6 человек, 2 основателя, я и Ренат, мы оба изначально юристы. Наш ментор Владимир Коровин, который имеет опыт развития стартапов, Александр, Вагнер Илья, наш маркетолог, который помогает не потратить деньги на контекстную рекламу, и наш техдиректор Антон, который волшебным образом для меня превращает циферки и разные коды в работающий сервис. Спасибо за внимание. Юридический вопрос, заходи на «Правовоз». Касаемо стартапа, вернемся к тому, что было представлено. Ну, надо понимать, что, конечно, юридические услуги – вещь такая непростая. Но для этого есть масса других способов ее реализовать, в том числе и офлайновые.